К другим темам. Несколько дней остается до начала посевной. В этом году на полях Новосибирской области, помимо техники местного производства, будут работать тракторы из Ростова-на-Дону. Сегодня министр сельского хозяйства региона и коммерческий директор комбайнового завода подписали соглашение о сотрудничестве. Трактор «Версатал 2375» – это трактор, изначально разработанный канадскими партнерами, но полностью с 2017 года выпускаемый на территории Российской Федерации. Линии с Канады были перенесены в полном объеме. Также трактор максимально амалогирован под российское земледелие. И, соответственно, 67% уже в этом тракторе полностью российского производства. Эти машины сибирские аграрии смогут приобрести по госпрограмме, когда 15-20% стоимости покроют средства бюджета. Кроме того, соглашение даст дополнительную скидку в 8%. С ростовской компанией наши аграрии сотрудничают уже несколько лет. Сегодня на полях Новосибирской области почти половина зерноуборочных комбайнов производства Юга России. В целом, говорят специалисты, автопарк нужно обновлять. Большая часть тракторов старше 10 лет. Как отметили в министерстве, господдержку готовы оказать 12 местным сельхозтоваропроизводителям. 37-е постановление, которое прежде всего регламентирует сельскохозяйственную технику, в этом году расширено до 14 наименований. Начиная от тракторов свыше 85 лошадиных сил, зерноуборочные комбайны, самоходные жатки, зерноочистительные машины. И мы добавили полностью ряд техники, произведенной на территории Новосибирской области.